Барбадосская дива Риана на 12-й ступени. Сегодня речь пойдет о частой смене имиджа певицы, а вернее о ее многочисленных прическах. Некоторые утверждают, что по укладке Робби, а именно так звучит настоящее имя артистки, с легкостью можно судить о ее настроении и ситуации в личной жизни. Впервые на суд зрителей Риана предстала в образе послушного подростка, а ее голову украшали воздушные длинные локоны. И пела на тот момент малышка Ри сладкоголосые баллады. После последовала классическая каре, которую она носила. Затем певица отстригла свои волосы и стала носить стильный боб. К этому самому моменту истек контракт Рианы с одним из крупных продюсерских агентств. И асимметричный боб на тот момент являлся символом некой свободы. Все великолепие этой прически она продемонстрировала в клипе «Umbrella». Далее наступило время короткой стрижки с рваными концами. В этот самый момент она познакомилась с певцом Крисом Брауном, и у них начался бурный роман. После певица выбрила себе виски и появилась на публике с ирокезом. Поклонники пытаются разгадать тайный смысл в прическе дивы. И разгадка не заставила себя ждать. В это время отношения у пары портятся, и в интернете всплывают снимки избитой Рианы. Как выяснилось, увечья певицы нанес ее экс-бойфренд Крис Браун. Вот что рассказала артистка по этому поводу в радиоэфире. Что касается скандала с Крисом Брауном, я надеюсь, он вынес урок из сложившейся ситуации. Сегодня красотка наслаждается свободой, готовится к выходу очередной пластинки и носит на голове копну ярко-красных волос. Что ж, надеемся, что на этом смена причесок не закончится. За буйство красок и экспрессию присуждаем Риане 12-е место нашего рейтинга.